Приветствую всех. С вами Индирамас, мы продолжаем. И, возможно, даже заканчиваем, если повезет. Resident Evil 2. Ремейк. Что у нас? Ну да, я... Понабрался всякого. Мы забрали в прошлой серии антивирус. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. But what about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G-virus in it. But that's no excuse for... Начинает у нас битва. Так, товарищ. Подожди. Да чтоб тебя! Промазал. Попал. Ладно. Ну что ты делаешь? Ладно, тут спрейчик был, я видел. Так, сейчас. Прячемся, прячемся. Чтоб тебе. Ты
Так. Обиделся, кажется, на меня. Ой, сейчас усилены потрошки. Ё-моё. Надеюсь, ты... Воу. Вот это ты спецагент. Ах. Воу. Какой ты злой. Есть. И уйти. Ты где? А, окей. Это мой шанс собрать тут всякого хлама. Воу! Хрена. Так, что у нас тут осталось? На граната, допустим. Получай. Фу. Давно не играл, поэтому так тут. Пил с ним. И все тут? Нет, тут еще что-то есть. Возможно, даже где-то тут лекарство лежит, которого мне так не хватало на эту битву. Я даже не удивлюсь, если оно реально тут где-то есть. Так. Не показывает, значит, не здесь. Ну ладно, сейчас обижим все помещение. В такой темноте и в таком... в пару, наверное, правильно сказать. Не очень хорошо что-либо видно, но... Клэр увидит лучше, чем я даже. Возможно. Это вот гранатка, по-моему, была. Где я что-то пропустил-то? Бегаю, бегаю. И чё? Тут нету. Там что ли? А, действительно. А, нет, флешка. Значит, хорошо, что я не искал. Но флешки мне, кстати, как минимум один раз точенная флешка помогла.
Теперь надо еще добраться в живых до... до куда-нибудь. Желательно до какого-нибудь сундучка. Где у нас сундучок? А, вот прямо здесь. Прямо тут, почти там, куда нам и надо. Не доходя до помещения. Чего меня так пугаешь? Да не пугай меня, я просто иду мимо. Вот это, мне кажется, такая небольшая недоработка именно... Даже не как игровая, потому что, ну, понятно, именно в плане игры, почему оно так происходит. Почему эта штука так ругается. А именно в плане логики самого мира. Потому что, ну, представьте, вот идет вот какой-нибудь рабочий вот так вот мимо этого, в ту сторону. И каждый раз его эта штука пищит, что у него нет доступа, если он, даже он там в паре метров проходит. Странно. Так, дайте-ка я съем спрейку. Отлично. Секундочку. Что не так-то? Не знаю, почему у меня так резко просело. Ну, сейчас вроде бы немножко подотпустило. Так, этот пистолет у нас кончился. Это пока уберу. Это пока... не буду умирать. Ладно, сейчас разберемся, когда... все пойдет дальше. Mom needs help. Annette? Sherry? How are you? Okay. But you don't look so good. Mommy? Hey, look at the screen. Sherry's gonna be all right. She'll be weak for a little while, but yes, she's free of the G virus. Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the monster. Don't worry about me. Take my daughter to safety. I'm sorry, Sherry. For everything. Your life is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. What does that mean? It's a self-destruct code. In case the G virus leaves the building. Mom, please say goodbye.
Please, Sherry. Listen. She loved you, okay? You really gotta get going. Come on. You were right about this jacket. I'm so lucky to have you. We can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. Sherry, can you walk faster? Yeah. I don't want to rush you, but we have to go. Так, окей. Так, это. Сразу сделаю немножечко побольше лекарств. По флешкам мне что? Окей. Так. Self-destruct sequence will begin when lockdown is complete. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. No. No entry allowed. Facility lockdown engaged. Will begin when lockdown. Даже обычную дверь не пускает. Это странно на самом деле, потому что она не электронная. Туда нас тоже не пустят. То есть там даже уже не мигают. То есть, ну, не горит символ этого. Кстати, это достаточно такое странное. Потому что по этой логике вот эта дверь тоже должна быть заблокирована. То есть, что вход только сюда, ну, раз на центральный лифт программа говорит, надо эвакуироваться, то, чтобы отсюда мы и назад не могли вернуться, было бы логично. То есть, чтобы все, кто, например, остался в тех двух отсеках, тоже могли вернуться сюда, но не могли уйти туда. Внимание. Так это пригодится. Ну, монитор мы, естественно, ничего не увидим. Вау. Так, и на всякий случай давайте здесь. Нет, я не пистолетом буду сохраняться. Потому что я не помню, где будет сохранение. И будет ли оно вообще еще. Дверь.
кажется. Of course. Some stupid thing's locked. Hold on. Sherry, what are you? I think I can open it from the other side. Спи. И ты спи давай. Конечно, масштабность комплекса огромная, но, к сожалению, побывать мы тут можем практически нигде. Спи. У нас нет времени, чтобы разбираться с каждым подолгу. И что тут теперь? Угу. Ну, во-первых, пожалуй, это уберу, потому что, ну, эта штука уже неудобно будет. Это уберу, он уже не нужен. Прошли места, где нам мог пригодиться. Так. Знаете-ка, я перезарядочку сделаю. Нет. И... так. Это такое очень знакомое местечко. Относительно, конечно. Отличается все-таки достаточно тоже сильно. Соединительный штекер. Окей, ладно, так. I promise I won't move. Good. Be careful. Always. Мне показалось, Шерри на нас как-то неодобрительно посмотрела. После этой фразы, конечно. И да, тут у нас чертов миниган. По-моему, я смогу сначала вставить эту штуку, а потом уже взять миниган. Okay. All right, it's working. Claire! What? Leon? You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Look, you need to get out. Fast! I know. I found a way out. I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon, I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Leon. Damn. Конечно же, нам не дали договорить. Кто бы сомневался? А-а.
Я вот и не догнал. Не-а. Э-а. Ого, уже сотню патронов слил. Ты где? А, ты на верхотуре. Ого! Вот это было низко, прямо на меня прыгать. Зараза. Не подходить ко мне. Животное. Дайте-ка я лучше подлечусь. Упало тело. Да опять на меня сел. Как тебе не стыдно? Хм, серьезно? Не ожидал, что я от него уклонюсь. Так ты где? О. Ух ты, здоровье. Ты уже должен был закончиться, товарищ. Серьезно? Смешно. Понятно. У меня кончились все боеприпасы. Я вас понял. Где мое время? У меня же таймер должен быть. Так, а что тогда? Ну, вот эти, по идее, мне вообще не нужны.
Ну да, патронов вообще делается не шибко большое количество. Это не нужно. Это оставим. Я сейчас гранат возьму. Я тогда гранат сейчас потрачу на... А, стоп, время у нас тут только сейчас же пойдет, точно забыл. Вот, сейчас время будет. Забыл совсем. Ну, это же я. Смотрите. А, в этот передор что-то есть. А, я там траву не взял наверху, да? Нет, трава здесь. А что я тогда здесь не взял? Может, что здесь что-то лежало наверху. Ладно. Ну, в общем, я недоволен, что у меня патронов не хватило. Все. Второй где-то вот здесь, по-моему, дропнется. Что еще? А, это у этого отрастают кишки. Окей, главная проблема у меня это урон. Хорошо, допустим. Что мне еще можно взять? А что мне на самом деле еще брать? Я не уверен, что гранаты ему хороший урон наносят. Именно этому боссу. А попробую так. Если вдруг сейчас тоже не хватит. Я, конечно, охренею, но... А вдруг? То тогда уж... Постараюсь... взять... бери. Все, в этом увидели. А, там красная трава лежит, поэтому еще показывается, что я предмет не взял. Кстати, а мощная штука. Интересно, уронит? Нет. Да, как ты меня задел-то? Сейчас его, кстати, не остановило.
Ага. Упал. Так, отходим, чтобы было куда убегать. Наверх пойдешь? Нет, по-моему, нет. Я сначала его так задамажу. Я уже потом пойду с миниганом. По идее, кислота должна его по всем глазам бить. Промазал. Давай. Вообще не подгорел. Видимо, он был слишком мокрый от кислоты. Ни хрена. Ну давай. Дайте-ка я лучше вот так вот сделаю. О! Там дымится весь. Ауч! Ты чё, упал? Больно? Мне кажется, что это было ему достаточно больно. А, все. Да.
first thing you want to do when we get out of here? I want to see where you live. Good. Sigh. Take a shower. Yeah. Really? Not bad. Oh, yeah. Claire! Leon! It's so good to see you. I told you we'd make it, didn't I? You did. Ну, вот мы и прошли, наконец. Спустя большие перерывы и вообще мое общее значительное опоздание, один из сценариев Resident Evil 2 Remake. Другие, к сожалению, у нас не будут сильно отличаться. Тут отличий меньше, чем в оригинале. Не сказать, что прям совсем их нет, но... Ну, значительно меньше все равно. Я не знаю, когда я начну следующий сценарий. Но хотя бы один прошел. Для меня уже... прогресс. Досмотрим титры, как обычно. Как вы знаете, не пропускаю титры, по крайней мере, первый раз. Что такая тишина. Конечно, я достаточно позорно прошел местами, учитывая, что я уже знаю игру. Сливался я действительно, ну, где не стоило сливаться явно. С последним боссом я вообще сейчас облажался. Это неожиданное было. Вот с кем, вот с ним я не ожидал, что я облажаюсь. Вот с финальным боссом у Леона, это да, он очень жесткий. И я, например, так, немножечко недолюбливаю финального босса у Леона. Он достаточно читерный. Но об этом мы поговорим, когда я до него дойду. Ну, финальный босс именно сценария А, я имею в виду. То есть, вот как раз одно из тех редких отличий между сценариями, это в том числе вот будет финальный босс. Ну, и там один небольшой эпизодик в середине игры, там даже чуть раньше. В общем, там, где мы на парковке будем, там, то, тоже вот в том месте будет небольшое отличие именно в геймплейном. То есть не в сюжете, сюжет, понятное дело, нам у Леона о другом будет рассказывать. Ну, в общем, там такое. Да. В целом, геймплейная игра мне очень нравится. Несмотря даже на то, что мало отличий между сценариями, играется все равно... очень даже приятно. А, это музыка комнаты сохранения, кажется. Я также не знаю, почему она у меня... Ну, игра, я имею в виду. Так, в эпизоде перед этой запуском системы самоуничтожения немножечко так провисла. Надеюсь, это не особо заметно было. Видимо, у меня там что-то на фоне произошло. Какая-нибудь программа что-то задумала резко сделать. Какие тут длинные титры? Музыка тирана.
Ну, с музыкой, кстати говоря, не часто ощущалось. То есть местами я даже как-то, ну, вообще не привлекал к себе внимания. И запомнилось вот, ну, лично мне достаточно мало мелодий из этой игры. Но, кстати, вот, если включить оригинальный саундтрек, то там просто эпично будет в одном моменте. Я даже сейчас думаю, после титров, может быть, покажу вот этот момент, о котором я говорю. О, вот, кстати, одна из мелодий, которые мне понравились. Еду она слышно на фоне свою играет. Ну, в игре мы ее еще не слышали. Ох, сколько титров. Пошли какие-то необычные. Похоже, уже близится конец. Ну да, вот уже эмблема. Сколько их тут? Знакомых вообще практически нет. Это забавно. Хотя откуда мне, в принципе, должно быть они знакомы, с другой стороны. Ну какое же их количество тут. Ну, кстати, вот этот Simplygon Studios во время загрузки игры появляется. И поэтому его я как-то запомнил уже. Кстати, первый раз, когда я эти титры не пропускаю, когда для себя играл, я все-таки их пропускал. Capcom. Ну да, результат такой себе, конечно. И время очень долгое, и сохранение до хрена. В общем, не очень прошел. Хотя, кстати, дайте-ка я сейчас гляну по рекордам. Где они там? Клэр на хардкоре. А, у меня был результат чуть-чуть быстрее до этого, но с большим числом сохранений. Кстати, вот эти сценарии на хардкоре я даже не трогал еще. Кстати, стоп, погоди, сколько? Мне быстрее, чем в два раза надо было пройти. Больше, чем в два раза быстрее надо было пройти игру. Так, и дайте-ка я вот это загружу. А, стоп, мне надо, наверное, в главном меню это было изменять. Да, тут же нельзя из игры это изменить. Ну ладно, сейчас. Настройки. Звук. А. Что я хотел показать, это именно вот я когда играл с оригинальным саундтреком, вот здесь он как будто бы идеально подошел. Просто это
даже как-то немножко эпичнее звучит, чем родной ремейковский. Ну да, естественно, я должен облажаться. Ну, в общем, ладно. Мы прошли игру. На этом я благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам хоть немного понравилось. Оставляйте свои комментарии, кому есть что сказать. И до новых встреч в следующих сериях. Точнее, нет, в следующих прохождениях. Всем пока.